Йотун. Алло. Алло, алло. Алло, алло, доброго времени. Здравствуйте, меня слышно, да? Да, слышно. Слышно прекрасно, но не видно. Не видно. Как, собственно, и меня, но я включить свою камеру могу. И на этом, собственно, серии я откланяюсь, потому что ровно указанные 2 часа закончились, и мне тебе добавить больше нечего. А мы продолжим. Всего тебе хорошего, если ты будешь, может быть... Премьера на нашем канале, советом господа. Психиатра, скорее всего, этого не будет. Всего тебе хорошего, удачно... Фильм про Владислава Дмитриевича, я надеюсь, вы посмотрите, да. Да. И когда какать я уйду, Света в меня заменит. Спасибо вам огромное. А я дрочила. Отличный. Замечательно. Да. Смотреть за этим, конечно, одно удовольствие. До 6 утра по Киеву, еще 3 часа. Сегодня вон у меня паническая была. Я, например, кофеин не могу пить сейчас. У меня сейчас еще по жизненным обстоятельствам поменялся график. Я раньше ложусь спать, из-за этого раньше просыпаюсь. Из-за этого у меня уж сил нету после 6 часов стрима, не говоря уже там о 7-8. А сегодня я еще бустануться с кофеином не могу под вечер. А то и несколько удовольствий. Так вот почему делал хайлайт этого момента. Устал я. Ты можешь ему угрожать, что с собой что-то сделаешь. Ты можешь ему ногу во сне сломать. Бобби, $1. Марго, если не секрет, тебе фанатки пишут любовные письма? Сейчас перестали. Я жирный. А может, нюцы кидают там? Сейчас перестали, я жирный. Не, бывало, но сейчас я жирный. The funniest thing is that the English-speaking dissident right seems to think that that the blatant Antifa rhetoric coming from Putin is some kind of facade. That he's actually based as fuck deep on the inside. Гои! Гои! Критерии рабов. Люди, которые в огромном количестве, да, в количестве нескольких дюжин, конгрегируются в таких локациях, как спальная комната твоей мамы. Опять же, несчастная маршрутная мысль, с которой давно свыкся человеческий разум, жизнь в виде некоего пути, есть глупая иллюзия. Мы никуда не идем, мы сидим дома, загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо окна – зеркало, дверь до поры до времени затворена, но воздух входит сквозь щели. Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего постижения окрестности, долженствующий раскрыться нам по распаде тела – это освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, за раз видящее все стороны света, или, иначе говоря, сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии. Но все это только символы, символы, которые становятся обузой для мысли в то мгновение, как она приглядится к ним.